Ms. Varlamova is making a complaint to an equal employment opportunity counselor about an alleged sexual harassment incident involving her employer. The dialogue begins now. Hello, Ms. Varlamova. It's nice to meet you. Please talk me through what brought you here today. Я чувствую себя очень неловко по этому поводу. Я действительно не знаю, что делать. Я чувствую, что просто развалюсь. I'll get you a glass of water and some tissues, and you can tell me as much as you feel comfortable. Мой босс, мистер Морис, его поведение. Я чувствую, что должна поговорить об этом сейчас, потому что не знаю, что будет дальше. Мне очень страшно. Это началось несколько недель назад. Мистер Морис попросил меня поработать сверхурочно. Около 7 часов вечера, после того как все мои коллеги покинули офис, он начал недозволительно обращаться со мной, касаясь моих плеч и талии. Мне было так неловко. Would you describe this as a kind of massage or something more than that? Нет, это не было похоже на массаж. Он просто продолжал гладить меня. Я пыталась остановить его, но он полностью игнорировал меня. Do you remember if he spoke at all during this time? Я только помню, как он щупал меня везде. Я больше не могла этого выносить. Он не остановился до тех пор, пока я не вскочила на стол и не закричала. Слава богу, неожиданно зазвонил его телефон. Я убежала из офиса. Нет. Это не так. После этого был ряд других случаев сексуального домогательства. Причина, по которой я здесь сегодня заключается в том, что то, что произошло прошлой ночью, действительно довело меня. Oh, I see. So, what happened? Он вызвал меня в комнату для документов помочь ему найти некоторые файлы. Когда я открыла дверь, я увидела как он снимал штаны, и, прежде чем я увидела его интимные части тела, я захлопнула дверь и выбежала. What a

Я не хочу сталкиваться с ним лицом к лицу. Я не могу представить, что увижу его лицо снова. Это разрывает меня на части изнутри. Вы можете поговорить с ним напрямую. There are two sides to every story, and we have to hear both of them. You wouldn't like it if someone made a complaint about your behavior and we didn't give you the chance to confront the person, would you? Это очень тяжело для меня, но я хочу попробовать спасибо за ваш совет